Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители нашего канала. Опытные цветоводы рекомендуют укрывать осенью розы не только в регионах с суровыми зимами, но и в районах с непредсказуемым климатом, например, в средней полосе России. Следует ответственно подойти к зимовке молодых кустов роз, именно тех, которые росли всего лишь одно лето. Первая зима для них достаточно опасная. Именно в этот период многие растения замерзают, поэтому не стоит экономить на материалах, лучше сделать качественное укрытие куста роз. Тогда он отблагодарит своим буйным цветом в следующем году. Не забываем утеплять и корни, а делается это с помощью мульчирующего материала. Это может быть перегной, опавшие листья, солома или лапник. Сегодня я расскажу вам о двух необычных способах укрыть розы на зиму. Первый способ простой, натуральный и эффективный. Для этого нам понадобится еловый лапник и садовая веревка под названием шпагат. С помощью шпагата обвязываем еловые ветки вокруг розы в нескольких местах. Это одновременно послужит отличным снегозадержанием. А как известно, зимой для растений нет лучшей защиты от мороза, чем снег. А для второго способа понадобятся картонные ящики. Просто вырезаем низ коробки и, так сказать, одеваем ее на розу. А дальше понадобится много сухого укрывного материала. Это могут быть опавшие листья, сено, солома, опилки или стружки. Засыпаем этим коробку доверху и готово. Такие способы отлично защищают от мороза. Следуйте советам и делитесь своими результатами в комментариях, а также не забудьте заглянуть в описание под видео. Там вы найдете ссылочки на лучшие садоводческие интернет-магазины. Всего вам доброго!